Надежда Кремнева родилась в Армавире. Годы детства и юности выпали на самое интересное время, которое в истории окрестили хрущевской оттепелью. В 60-е, 70-е годы в Армавире собралась плеяда образованных и интересных людей, встреча с которыми оставила живой след в памяти. Мы с подругой стали говорить, почему мы так трепетно возвращаемся в места своего детства. Ну и ответ очень простой, потому что мы были счастливы в детстве. И что, кроме детства, согревает нам сердце всю нашу жизнь? Вот в этом и вся разгадка. Писатель – это не профессия, а призвание, следуя которому Надежда Кремнева окончила литературный институт в Москве, работала корреспондентом в газете «Советский Армавир» и на городской телестудии. Затем переехала в Армению. И там продолжала писать стихи, занималась переводами с армянского языка. Затем мужу предложили пост во Франции. После принятия нелегкого решения семья эмигрировала. Все свои армавирские реалии Надежда Викторовна увезла с собой и вернула землякам в книге «Дорога к мельнице». Одноименная повесть как раз отражает воспоминания и встречи того времени. Обязательно вот наши армавирцы все, которые уезжают где-то далеко, остаются здесь друзья, остаются родные. И кто бы ни приезжал, всегда на эти встречи собираются воспоминания за чашкой чая, хождение по нашим красивым, уютным улицам, по нашим скверам, фотографирование, просто посидеть, поговорить возле наших фонтанов. Мы поздравляем вас с новым витком и всегда будем рады видеть вас в нашем городе. Помимо литературного таланта, Надежда Кремнева обладает и актерским. На встрече с любителями литературы в библиотеке имени Крупской она прочитала несколько своих произведений. Посовещались промеж собой и повязали умника. Ну, лети, говорят, ни пуха тебе, ни пера, у того искры из глаз. Дураки, как же я без рук полечу, а то гогочу. С руками любой полети, а ты попробуй наоборот. Подпрыгнул и грянулся. Прекрасный литературный язык, яркие узнаваемые образы, тонкий юмор и ностальгическая грусть. Весь этот сплав присущ прозе Надежде Кремневой. И если вам не удалось приобрести книгу «Дорога к мельнице», то ее можно найти в библиотеках города. Лариса Юровская, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».